Друзья, всем привет! Находимся на авторынке «Зеленый угол». У нас продолжение цен. Сегодня находимся на одной из многочисленных стоянок авторынка. Походим, посмотрим, что продается. Как видите, стоянка большая. Что продается, что сколько стоит. Так, поехали. А, вон он стоит, спейдик. Говорят, хороший. Сейчас надо будет подойти к нему, обязательно его снять. Вот. Ну так, что мы имеем? Имеем мы Esquire. 2015 год, 1.8, гибрид, GI комплектация, две печки. Кстати, многие спрашивают, многие хотят автомобиль именно с двумя печками. 1 470 000 рублей. Собачка здесь бегает. Рядом стоит Nissan NV200. Автомобиль для работы, для бизнеса, куда-то в деревню. 16-й год, объем двигателя 1.6, 735 000 рублей. Тоже довольно популярный японский автомобиль, пользуется спросом. Люди берут либо НВшки, либо Бонги. НВ, так по мне, посимпатичнее, но минус в том, что их не 4 ВД, пошли они с 18-го года. А электричка, друзья. Вот электричка, да, 2012 год, аукцион 4 балла, 295 тысяч рублей. Дешевле, чем K-Car. 4 балла он должен быть целенький, но здесь, конечно же, нужно смотреть батарейку. Светлый салон. Toyota Corolla Axio. Седан, как видите, один из популярных, ну, относительно недорогих седанчиков. Так, цена не указана. Мы сегодня смотрим автомобили, где указана цена. Toyota Vitz 665 тысяч, 2016 года выпуска. Есть литровые, есть автомобили 1.3. На вариаторе, если 4 ВД, то идет 1.3. Спейд Форте 16 год, 1,5 литра. 730 тысяч. Вот недавно забирали порты. Давненько таких не встречал. Которую забрал. Темный салон, мультируль. Honda Freed. Тоже свежий кузов. Он открытый. Хорошая комплектация, две электродвери, датчики при столкновении, полный мультируль. Мне нравится у них салон. Вот расцветка такая интересная. Сзади установлен монитор, климат, под дерево все сделано. Это ваш, нет? Сколько стоило? 980 тысяч. Хорошая цена за Freed. Так, Honda. Вот смотрите, вот он, Freed стоит новый, да? Новый Freed. Вот стоит старый Freed. Не Spike, а именно Freed. 14-й год, 12-й месяц, 745 тысяч. Различия, конечно, серьезные и внешние, и внутренние у автомобилей. Так, я напоминаю вам то, что Фриды, о, электродверь. Фриды есть, здесь идет два капитанских кресла, а есть, как в этом экземпляре, сплошная сидушка. Третий ряд сидений крепится по бокам. Honda Fit Shuttle, гибрид. Неплохая комплектация. Автомобили появляются. То есть, знаете, вот, допустим, по видео, может быть, кто-то думает, да, то, что автомобили все стоят на месте. Ну, в плане не двигаются, да. Вот буквально пару дней назад на этом месте стоял Freed. Да, я его проверял. Да и вообще, в принципе, автомобили меняются.
То есть каждый день с рынка уезжают автомобили. Ну, хорошая комплектация, хорошая. Аукцион 4 балла. Стоимость, я думаю, 1700-730 стоимость этого автомобиля. Mazda Carol, то же самое, что и Suzuki Alto, 17-й год. 350 тысяч, ребят, 350. Один из самых недорогих автомобилей. Nissan Note, как-то упал на них спрос, прям упал. Раньше брали постоянно, сейчас как-то вот затишье, тишина. Комплектация простенькая, цена не указана. Вот на вот такие автомобили спрос поднялся, потому что в принципе из кроссоверов что еще взять? X-Trail? Не знаю, цены нет, порядка 1,7 он стоит. Вот еще один стоит. 2 литра на вариаторе, есть турбовые, тоже 2-литровые. Да, цена не указана. Toyota Corolla Fielder, старый кузов, 10-й год, полторашка, 695 тысяч рублей. Такие автомобили есть, мало, но есть, пользуются спросом. Неприхотливый, надежный, ну я назову это так, неубиваемый. Если достойно относиться к автомобилю, вовремя обслуживать, то прослужит он вам очень-очень долго. Так, это у нас, по-моему, Wake, да? 16-й год, 4 ВД, 675 тысяч. Тоже интересного плана автомобиль. По-моему, где-то вот есть на канале у меня небольшой обзорчик Wake. Смотрите, раз, два, три кроссовера. Вот, кстати, турбовая версия стоит Форестера. Турбовые, 280 лошадиных сил. Ну, давайте посмотрим ценник. 16-й год, пробег 60 тысяч, кнопка 1,660. Турбовый, понятно, XT сзади и две выхлопные трубы. Штатное литье, резина под замену сразу. Кстати, полный мультируль, кожаный салон, коричневая кожа. Цена не указана, ну где-то под двушку он стоит. Ходовые огни есть. Где 4 диода, 2, 3, 4, это японские. Есть китайские, не помню, там либо 6, либо 8 диодов стоит. То есть сразу выделяется то, что это Китай. Ну и вот кроссовер стоит, Nissan X-Trail. Ну, не знаю, что сравнивать X-Trail с Форестером, да? Хотя, люди все разные, сужу по себе. 18-й год, гибрид, 4 ВД, премиум, кожа, 4 камеры, 1,920. Сонары, линзы, неплохое литье, да, салон кожаный, ну, салон клево смотрится, конечно. Светлый салон, светлое сиденье, салончик клево, но требует уход. Еще один Форестер. тысяч пробег, турбо. Ну вот, я же говорил, под двушку цена где-то, да, 1,960. Закрыто все. Вокси, аукционные, 1,520, 1,460. Сигналочка какая-то, смотрите, как мигает. Привет. Так, Outlander кто-то просил снять. Outlander. Не вижу Outlander на этой стоянке. О, хочу джипа, денег нет. Все, вот не доберусь до этого видео.
Стериус 4WD Turbo. 415 тысяч, аукцион 4 балла. Пробег 114 тысяч. Короткая база, неплохой клиренс, 4WD. Городской такой автомобильчик. Неплохой. Мувик. Пластик. 475. 3,5. 106 тысяч пробег. Цены нет. Не знаю, вот автобусы стоят. Хайсы. Интересно, есть цена или нет. Ревка. Нет, а ну вот, вот этот стоит 1,590, двушка, бензин, автомат, шестиступенчатый. Шестнадцатый, двушка, бензин, тоже автомат, шестиступка, 1,535. Так, ну что у нас тут еще интересного есть? Многие спрашивают, на какой стоянке искать какие-то определенные автомобили. Друзья, такого нет. Ищите на всех стоянках. Везде нет такого, то что какой-то один продавец возит там определенные автомобили. 1,645. То есть он может привезти и Хайса, и Териуса. И того же самого там Вокси. Значит, Приус. Свежий кузов. Не знаю, есть она, нет. Демио есть. Не указана цена у нас. Приус 1,110,000 рублей. 4WD. Замена крыла, окрас двери. Так, Mazda без цены. Forester 1,665. 2 литра, не турбо. Статистика. X-Trail 16 год. Двушка, но не все двухлитровые, 1,585. Субарик. Интересная модель. Интересная. 17 год. 1,085,000. Дизель, 18 год, полторашка, не гибрид, вариатор, 1,675. Фит, гибрид, 16 год, полторашка, 799 тысяч. Еще один форик. Видите, как много фориков? Наверное, вот на этой стоянке больше всего фориков. Автомобиль пользуется популярностью. Так, цена не указана. Танк. 17 литровый. 675 тысяч. Тоже интересная моделька стоит. Хондочка. Цена не указана. Так, что у нас есть там? Аква, Демио. Демио по стоимости 750 тысяч. Тоже спрашивают про Mazda. Ребят, ну не особо берут, честно. Я не знаю почему. Аква, гибрид, только передний привод. Цены нет, цена не указана.
Смотрите, стоянка еще не закончилась. Я прошел, половину прошел, и то снял не все автомобили. Друзья, если что-то кому-то упустил, ну, просит человек, уже написал в комментариях, сколько можно просить. Как-то так он написал, аутлендера показать. Но нету на этой стоянке аутлендера. Ехать нужно. Сейчас, если день будет аутлендер, я его обязательно сниму. Ну и как обычно, в конце видео всем спасибо за просмотр, за комментарий, кто досмотрел до конца. Всем пока!